реализацию оператора присваивания можно упростить, используя метод swap. Метод swap аналогичен функции swap, которую мы обсуждали в одном из предыдущих уроков. В качестве своего аргумента он принимает ссылку неконстантную на значение этого же типа и обменивает значение полей у аргумента и текущего экземпляра, то есть того экземпляра класса, у которого вызван метод swap. В первых трех строчках мы обмениваем значение поля size, во вторых трех строчках мы обмениваем значение поля data. Соответственно, после вызова метода swap данные массивов обменяются местами. Саму реализацию метода swap тоже можно упростить. Например, за счет использования библиотечной функции swap. Для этого можно подключить заголовочный файл algorithm, в котором определена функция std-swap. Данная функция переставляет два значения местами. Соответственно, при использовании этой функции ее реализация сводится к перечислению полей класса и вызову для них функции swap.